27 ноября боевые машины «МАЗ-Спорт-Авто» отправятся на «Дакар-2020». Как обновился состав команды и что изменилось в конструкции грузовиков, сейчас узнаем. Для нас две новых ветви в этот раз. Это новая страна, это Саудовская Аравия, и то, что команда «МАЗ-Спорт-Авто» впервые выступит на ралли «Дакар» на автомобиле капотной конфигурации. Автомобиль в течение года зарекомендовался с лучшей стороны. Нам удалось одну гонку выиграть. На шелковом пути мы большую часть гонки пролидировали, но не смогли ее закончить из-за аварии. Поэтому и жажда реванша, и показать, на что способен наш автомобиль, огромная. Попытаемся с этим совладать. Маршрут огромный, 5000 километров боевых. На этот раз мы поставим не только обновленные автомобили, но и обновленный наш технический парк. Это новый автодом для более комфортных условий отдыха. Также автомобиль Алексея Вишневского оборудован коробкой «Автомат». Состав команды изменился на одного человека. В моем экипаже не выступает Андрей Жигулин, он заменен на Антона Запорощенко. Мы с ним ехали весь сезон штурманом, и это сделано для того, чтобы Антон мог посмотреть, как работает в «Дакаре» самый опытный у нас штурман Павел Гаранин, для того, чтобы дальше продолжить свое обучение. Ну а его место занял Виталий Мурылев, механиком у Александра Василевского. Виталию предстоит закончить свой обучающийся процесс гонкой «Дакар», и в следующем году ему предстоит стартовать за рулем грузовика. Поскольку сейчас очень большой километраж, больше 5000, такого мы не ездили с первых «Дакаров». То есть постепенно километраж уменьшался, количество дней уменьшалось, поэтому будет очень сложно. Но я думаю, решим этот вопрос.